Всем привет, я учусь в БГПУ, и сегодня я вам расскажу несколько способов, как легко расположить к себе преподавателя и сдать экзамен на отлично. Самое главное, при первой встрече с преподавателем, запомнить его имя и произвести хорошее впечатление. Всем здравствуйте, я ваш преподаватель высшей математики. Меня зовут Наталья Петровна. Натали, утоли мои печали, Натали. Потише можно, а? Очень приятно. Я, кстати, по вашим учебникам к ЦТ готовился. Самое важное в своей группе – это наладить отношения с отличниками. Ведь если ты чего-то не знаешь, они точно помогут. Ваня, конспектом не поделишься? Держи, конечно. Просто туалет бумага закончилась. Ваня, помоги, пожалуйста. Это просто в теме немножко не разбираюсь. И запомните, самое важное – это показать преподавателю, что его предмет, ну, очень вам интересен. А теперь записываем определение. Проекция вектора на ось. И как это пригодится мне в жизни? Не, ну, можно наконец потише, а? Гол! Я извиняюсь, а можно отобразить на графике, чтобы визуально закрепить информацию? На самом экзамене будьте естественным и не привлекайте к себе внимания. Тяните билет. Это я легко скатаю. Тяните билет. Раз-раз. Билет 22. Тяните билет. Ой, 23. Мой любимый. И когда вы уже получили оценку, все равно будьте аккуратней. Ведь с этим преподавателем вы еще можете встретиться. Очень хорошо. 9. Ага. Сколько я вам должен? Очень хорошо. 9 баллов. Очень хорошо. 9. Ой, спасибо большое. Кстати, я буду поступать в магистратуру.